Всем привет, с вами снова Atlantis 3570, и мы продолжаем играть в игрушку Singularity. Это седьмая часть. Мы продолжаем с того места, на котором мы с вами остановились. В прошлой части мы победили большую папочку первого босса, которого я так назвал. И опять сражаемся с этими мелкими тварями, которых я просто ненавижу. Даже это место хрена закончится. Так, о, лесенка. Я опять же, о, записка. Прошлая история. Ой, блин. Не успел прочитать. Приходик. Большая хуйня. Не повезло. Почему у канализации, а не в канализации? Это во-первых. Во-вторых, как ты, не знаю, определишь дольше, чем нужно? То есть, ну, там 5 минут и все. Или пока жарко не станет. Опять эти растения. Она тебя чует. Еще одна желтая дверь послушала. Уже третий день. Торчу в этой западне. Эта тварь сидит и ждет, когда я попытаюсь выйти. Она воет день и ночь напролет. У меня нет ни пищи, ни воды. В раненую ногу попала инфекция. Я не могу на нее наступать. Я уже смирился со своей участью. Я слышал, как вчера отчалили катера. Больше никого не осталось. Только я и эта тварь. Эй, босс, как ты отсюда мог слышать, как катера отчалили? Нам до порта еще на поезде ехать, ну, хрен знает сколько. Так. О, лесенка, конечно, надо это. Давай. Некрасиво, отлично. Ой, блин, опять вот, надо брысь отсюда. Что у нас там? Это ВПК М32. О, боже мой, это бывает, что еще за хрень такая будет. Отличка. Так, побежали. Остается наша Маренко не по-детски. Туда! Люди Демичева атаковали башню. Кэтрин отвлекла их, а я перебрался сюда. Мы были на волоске от провала. Поднимайтесь, нужно многое обсудить. У меня вопрос, мне пришлось через такой ад пройти и сквозь эту канализацию, чтобы добраться до сюда. Как он прошел туда раньше меня? Почему я не мог пойти по тому же пути? Даже поступок, блин. О, красиво, какой-то темничек.
вдалеке. Как мне бесит такие моменты. Всегда бесил, например, в таких играх, как Uncharted, ну, любая классическая игра, где ты там нужно такие, блин, препятствия преодолеть, чтобы добраться до какого-то места, разгадать 50 загадок, решить головоломки, запустить механизм, день перепрыгнуть, перескочить, и заходишь в какую-нибудь комнату, в которой, как говорится, не упомянули двери, и там уже противники стоят. Как они туда попадают, телепортируются, что ли. Я же понимаю, что это просто дебильный геймдизайн так расставляет. Но все-таки это, на мой взгляд, охренительно глупо. Ну, можно взять третий Uncharted Conrad, ну, хотя бы они все это экзотами тоже сразу про крышки хреновые. Тоже могут по крышам лазить, по стенам, ничего понятно, не поверили. Особенно там последний Uncharted на PS Vita, который игрушка здоровская, конечно, суперская. Ради нее можно даже PS Vita, ну как я ее покупал, то в основном. Так если вы смотрели мой ее обзор PS Vita. Смысл в том, что там тоже ближе к концу попадаешь в такое место, где там Дрейк-то с горем пополам лазит, но зато все там места забиты. Приеду к ним снайперы там подобные, как они туда забрались, хрен его знает. Ну, главное, игра все равно супер. Да опять твою мать, эта сфера. Кто умудрился посадить телекинез и это останавливающее поле или как его на одну кнопку? Это дебилизм. Как-нибудь куплю ее на сумке, если найду, и попробую поиграть. Может там кто-то на разных кнопках. Послушаем. Это дневник Петра Никольского. На каторге 12 разверзлись адовы врата. Мне и еще нескольким удалось выжить. Мы перемещаемся под землей, чтобы скрыться от тварей. К несчастью, тоннель завалило. Дальше нам не пройти. Попробуем где-нибудь укрыться на ночлег. Надеюсь, мы сможем переждать это бедствие. Ну, похоже, ты укрылся, если только твой тропик там заваленный. Вентилятор. Ну, надо стоять. Так. Нам типа туды. Но сначала сбегаем к чемоданчику. Ой, сколько тут плюшечек. И большая, и средняя технология. Аптечка. Ой, мы удачно к чемоданчику сбегали. Так, что у нас тут дальше? А, ну, зал лазит. О, тормоза. Это что? Наверка нам, да. Ну, сбегаем сначала сюда и... Что у нас тут? Топики. Это дневник Павла Федорова. Профессор Коркин просил отправить к нему одного из наших младших инженеров для помощи в военной лаборатории. Я отрядил туда Гришу Никольского. Он молодой и энергичный. Коркин сказал, что Никольский ему будет нужен дня на 2-3, а не больше. Это хорошо, потому что срок сдачи моста уже подходит. Наверное, он так и не вернулся. Так, а это у нас... А, это усовершенствование. Вы нашли выносливость, увеличивает максимальную продолжительность бега, воспользуйтесь технологией дискетти в любом антронизаторе. Потом сделаем бег полезный еще. Так, дырочка, ну откройся, так, ну, что у нас тут, а, ничего. Ах, тут пустовато. Идите сюда, есть разговор. Время поджимает, капитан. Удавка Демичева становится все туже. Скоро он вас поймает. Ладно, давайте послушаем. Идите по этой ветке, она приведет вас в порт. Там вы найдете бомбу Е-99. С ее помощью мы исправим ход истории. Капитан, проход перекрыт. Но если вы спуститесь по этой лестнице, то сможете починить кран. Тогда я переброшу вас на ту сторону. Черт, Демичев знает, что вы здесь. Быстрее, чем эти кран. Я переброшу вас на другую сторону.
как скажешь, сначала захвачу технологию и не это усовершенствование. Вы нашли медработник. Повышение эффективности аптечек. Используйте технологии реагирования любого модернизатора. Что там еще было? Где-то... Так, вы нашли ученый. Шанс получить двух технологий вместо одной. Используйте технологии реагирования любого модернизатора. Вот это вот, ну, голубое совершенствие, не знаю, может быть, где-нибудь ближе к концу я ее прикачаю. Потому что не очень тратит, потому что шансы тут очень маленькие. Это же вещь практически бесполезная. Как красиво там. Прям как-то плавит небо. Что будет столько, давайте посмотрим. У нас есть 3000 с копейками. А у заморозка у нас есть по способности. Да я уже я еще первый раз понял, что надо вниз спуститься, не надо 15 повторять. Но ведь выносливость, наверное, я как раз хотел. Так, медработник, ну, повышает эффективность аптечек. Давайте повысим, дабы тут прокачать повышение. И скажет заморозка. Назвался тоже до конца будет чем лучше, чем в этих мелких паразитов пригодится. Ну, сейчас прикольное местечко будет. Так, где моя тут снайперка? Так, красиво. Ой-ой. Да. Сейчас поиграем в игру. Выбью мозги придурку. Или вот выбрали, не знаю, как их назвать. Первый хедшот. Второй хедшот. Третий хедшот. Рельсов, ты достал уже, Ишка. Я первый раз это понял. Опять хедшот и так далее и тому подобное. Считать их не буду. Кто там еще орёт? Сейчас я найду тебя и уничтожу, ты не везде. Обожаю эту винтовочку. Конечно, не так идёт взять, когда может переуправлять, но зато ты быстрее можно понять. Если почините кран, я переброшу вас на ту сторону. Если не заткнёшься, Борисов, я тебя лично пристрелю. Мне придется мой кран чинить. Не придется, мне уже высадку будет, поскольку ты меня не сможешь перебросить. Я же тебе прибью, достану. Какой действительно за скриптованный текст. Не знаю, для каких-то имбецилов делается. Что ты? Я думаю, что ты идиот, если я разметил. Врепа опять. Еще одному в репу. Где еще тут? Побежали. На машине побежали. Дать мне зарядимся лучше сначала. А потом уж прогуляемся. Еще живой, но сдохнет. Это что было такое? С тем акцентом. Где ты какая? Ищите похуй или что он сказал? Надо пересмотреть, послушать, что он там ляпнул. О, как красиво. Да, хоть было бы зелень, было бы зрелище. Так как пару елок торчит. Еле. Ну, ёлки, скажи. Ой, да, бля. Я получу. В жопу. Ему не говорили, что нельзя нагибаться. Классно получилось.
Так. Где тут еще кто-нибудь? Музыку не прекратили, значит, кто-то где-то еще есть. Так, нам типа сюда. А, нет, просто моя любимая снайперка. Я вообще люблю винтовки. Я обычно во всех играх. Не только снимался в Call of Duty, мечты. Мечты, конечно, последний там был на Warfare. Как это? Black Ops? Так, конечно, я и автоматически маржом пользуюсь. С первым, вторым, в третьем Call of Duty. В основном пользуюсь всегда винтовками, и не снайперами, а простыми там винтовками. Пионер, там, СВДшек, еще немецких там некоторых. Люблю винтовки. Аккуратно, хорошо оружие. Кто забыл? Ну, здесь, конечно, приходится стрелять немного по большей части из автоматов. Ну и винтовочка удачно постреляли. На сложной версии, когда я играл, тут всех хедшотами чисто вышибал. Тут можно прячься за укрытием и снайперки спокойно. Полет просто. Никто на практически не попадает. Сейчас вот новый вид оружия, давайте посмотрим. Оружие фигня, конечно, игломет. Орудие Гаусса стреляет двойными иглами. Перед каждым выстрелом игла некоторое время заряжается энергией 99. Тоже так уже людей тоже жить, наверное, больше не если прикинуть лица, он я заплачу шипов. Встречу попозже попал. Позорно получился. Лечиться. Получил шпан. Больше никого. Да не надо. Я все башка фонтан бьет. Ну, понимаете, знаете, как это будет. Я то ли японского, или китайского ставлю. Значит, все остальное. То, что вы выкинули, фонтан, человек там где-то в 50, кровь выкидывает, как из крана, из-за затопления в 6 атмосфер. Ну, получаем, гильзы летят. Ну, тогда вам бочечка. А где еще вот этот? Ау, вы где? Там было изначально взорвало, или похоже. Ладно, сейчас их приведу, что тебя. Смотри, так главное хорошо, да, лечиться, лечиться, лечиться. Ну, главное, не одно, да. Где гранаты? Да, лечиться, лечиться, лечиться. Ох. Вообще, гада. Ты живой, брат. Зря, лучше потолился. Так, мы приехали найти поезд. Задание выполнено. Ой, ё-моё, опять же. Получай. Мальчишку. Снайперки уже пулики кончаются. Хреново. Так, что дальше у нас? Дальше у нас. Все или еще есть? Музыка еще играет. Не зря играет. О, большая технология. Маленькая. Так, там больше ничего нету. А, о, блядь.
Ну все, наверное, я всех перебил. Сейчас вам дойти до нужного места нам. Как я понял, нужно место там справа. Давайте осмотримся. Ничего, нифига, так нет, ну пойдемте. Так, что у нас направо? Миля КМ7. Фиг, я не знаю. О, как красиво-то. Хотя при увеличении уже видно пикселевность. Так. О, е, пульки на снайперке, это круто. Это что такое? Точно, я и забыл про вас. О, вот это правильно. Ее можно назвать, скажем так, полубоссом. Потому что не третьим боссом. Ее нельзя назвать. Вот полубоссом можно назвать. Что-то это же. И невидимая, и прыгает может. Так, вы нашли добычу. Получение большего количества боеприпасов с убитых противников. Воспользуйтесь технологией единодействия любого модернизатора. Можно, по теории, прокачать когда-нибудь, еще к концу, может быть, когда будет свободно. Ну, так тоже, посмотрите, полезная вещь. Патроны тут и так находятся спокойно, сколько надо. Да я знаю, что мне надо нажать на телекинез. Так. Может, надо опять посмотреть, что у нас здесь. А, здесь вот как раз технология большая. О, даже не сверх большая. Это дневник Петра Никольского. Прошло 2 дня с тех пор, как ушли Михаил и его отряд. Я начинаю жалеть о том, что мы не пошли с ними. Прошлой ночью напали твари и убили половину наших. Этой ночью они снова придут. Я слышу их. Они совсем близко. Бродят вокруг и ждут наступления темноты. Чушь, твари где-то такие, просто здесь смотрят. Любые твари, пусть эти дни будут. Может, только вот это, я не знаю. Да не так много берите, чтобы пошли. Блин, больно получилось. И шинковала тебя рынка. Как капуста. Путь к железной дороге оказался дольше, чем я думала. Так, лаги какие-то, блин, что тормозов нет. И остановись. Дальше не останавливается, не попадает цель посередине. Это я сейчас скриптовал. Если просто с другой стороны появились, вот сейчас ящик сквозь ног прошел. Алло. Так, там приход какой-то, так. Вот как раз мы с этой боссом. Вы ждете смерти и ничего не делаете. Но ведь там слишком опасно! Послушайте, через канализацию мы выйдем к Лепо. Оттуда доберемся на поезде в порт и бежим. Это самоубийство! Ладно, удачи вам, товарищ. Надеюсь, увижу вас и вашу семью на большой земле. Друг мой. А, ну и выражение лица у него, этого воняет. Скафандр очень прикольный, я такой же хочу, наверное. А у них кто-то кошмарит. Вот, наверное. Ну, может, кстати, не действует МВП. Если я не ошибаюсь. Даже останавливающиеся силы. Ну, 6, хотя на 5-6-10. А, отойди от меня. Какой-то сейчас скафандр, видишь, прикольно. Ты же без защиты, без какой-либо. Видишь, прикольно.
Конечно. Здесь лучшая практика в него бросаться этими баллонами, у меня что-то стормозило как-то. Просто эту часть я озвучиваю параллельно уже. Скажем так, при прохождении озвучка этой части была, ну, скажем так, утрачена. Параллельно чуть не сохранила. Приходит сейчас параллельно озвучиваю. Она будет. Где-то я сейчас понимаю, что она забыла для полной макинации. Она такая, так. Если даже она получила. Так, уже не попала на кухню. Опа, очень. Классно, я себе заморозил, я его заморозил, так, перезарядился. Сейчас я потрачу все, что у меня есть. Так, сейчас могу видеть, что вещь бесполезна. Так, я его убил. Кажись, да. Но сфера, как видели, его не останавливает. У него она вообще не действует. Так что если будете играть, проиграл. Знаете, это бесполезняк. Записочка. Это дневник Павла Федорова. Я сильно волнуюсь за Григория. Его нет уж 4 дня. Он говорил, что будет помогать испытывать какую-то совершенно новую транспортную систему. Надеюсь, это дурень не вляпался во что-то опасное. Но я тоже надеюсь. Давайте послушаем. Хотя я думаю, эти тоже никуда далеко не добрались. Чтобы без разницы куда. Вот хотя бы попытались выбраться. Там, может, хотя бы с боем уж прорвались. А эти просто спрятались со страха. И погибли. Так, окно не пролазим. Что-то да. Тоже. И о, здесь же дверка есть. Так, технология. Средненькая батарейка. Так, дальше. А, ну получше. Кто-то меня бочкой зафинделил, и еще раз. Говорит, мне на меньше не надо. Наверх идти обратно. Ну и где-то тут. Я получил выживание. Сейчас думал, будешь вне фазе.
не с тем связался, как говорится. Так, сундучок. Аптечка у нас полная. А, линейка, ничего не просто не взялась. Ну, хотя бы одна аптечка появилась уже при достижении. Хотя сейчас же ее и потратится. Вот это приятно. Что у нас появился? Стимулятор, он как там называется-то. Так. Вот он, вот это у нас. Руны, это хрена, но получаете. Да ну, отойди от меня. Не фазник хренов. Ай-я. ОМОНовец. Задел, гадёныш. А ну, брысь. Печатная машинка. Печатал я в своё время на таких. Ну, не совсем вот так. То есть я пробовал на механической чисто. Прикольно, конечно. И на двух электронах. То есть они механические, но с электродвигателем. У них привод работает, который позволяет каретку лучше двигать. И вот эти вот. Как жаль, датчики. Что мы слишком поздно поняли. Твари слепы. Алексей зря пожертвовал собой. Мы ведь могли тихо прокрасться мимо них, и он был бы жив. Леша, прости, я подвел тебя. Я подвел всех нас. Да, сволочь, за тебя Леха погиб. Ну, это нам типа тупая подсказка перед следующими противниками. Типа надо пробираться тихо, не шуметь. Ну, я тут слегка пошумел поначалу. Не останавливайся, мы уже недалеко. Двигайся медленно, тварь слепая. Герут назвал, это нам типа вторая подсказка. Это я не знаю, что я закинул. Где целый первый не понимаю. Или случайно могу здесь пропустить эту запись. Вот нет. Твари. Реагирует на звук. Скажем так, я пошумел. Как же я это сделал? Это часть, вот это место стоит, по-моему, из трех или четырех локаций. Вот в первой локации лучше не шуметь, на самом деле. То есть здесь можно спокойно пройти на вынести всех и все. Но все-таки вот это именно первая часть лучше всего пройти более тихо. По-моему, я, конечно, не знаю, по-моему. На приставках даже есть ачивка за это, чтобы здесь попасть. Ну, ладно, надо еще подождать. Потому что я говорю, у меня... О! Воткнулся я. Бежит, блядь, бежит. Да, она получает. Она пошла в лоб. Так вот, нудное место, честно сказать. Ну, прикольно, кстати. Если играть на столько режима ночью, без сохранения, вот, то есть без патронов, то это место правда, на самом деле, может немного стревожить.
такое. Это что было такое? Он меня услышал, что ли, сзади? Наверное, был похож на плевок. Да, фейл, что сказать. И откуда мы начинаем? Оно, благо, недалеко. Я это вырезать не буду. Сейчас узнаете, что будет, если их, скажем так, разозлить, аж даже пошуметь. Попробуем потихо проползти. Так, технологию захватим. Кстати, первый раз я тут его не специально-то замедлил, чтобы проверить, что будет. Просто я вот телекинеса думал о том, что тут еще можно взять, а оказывается, я не его найти. Вместо того, чтобы что-то взять, я его как-то мало замедлил, установил, как говорится. Долгое, нудное место. Ничего, надо походить. Это второе по счету. Таких три таких нудных места в игре. Первое это, где мы ждали лифта. Помните, там у тебя электрощиты восстанавливали. Второе это вот это место. А третье место будет, это где мы будем платформу запускать, чтобы место восстановить. Будет офигительно, тоже нудное место, но надо бы как-то по-своему быть одним и тем же локациям. Вот тут потом начнется перестрелочка. Просто как он быстро становится, уже восстановлено, не только мы по нему еще пройтись, но пойдет все, что там можно, новый противник. Прикольно, кстати, противник. Один из самых зрелищных, на мой взгляд. Чувак, тут шумело, да ничего не было, там поглючилось. Опа. Так, спину обидели. Вот это что валяется тут. Че, спинка зачесалась? Смотри, кошмар теснится. Я обожался. Все глючится, нету тут шума никакого. О, пись-пись захотел маленький, как сразу. Взялся-то за руки куда свои. Ну или сходят ли их. Еще одна технология. Технологии советуем собирать все и все. Это нам обратно. Кажется, или нет. Да. Кстати, можно использовать эту способность, которая показывает себя. Они ее не слышат, на них она не действует. Есть хорошая. Так. Ну, типа сюда. Вот я бы не хорошо сплезнул. Так, а ну да, наверное, следы. Полезные дуванчики. Вот это они, честно, не слышали. Как мы что-то там берем, они слышат. Ну, что нравится. О, идет, гад. Он здесь отсюда услышал, все-таки тоже. Сейчас начнется вторая локация. С нее уже по теории можно проходить. Нет, уже можно просто выносить всех, если как я, скорее всего, и буду делать. Поскольку там противников довольно много. То есть они есть, но они очень хорошо разбросаны. Их можно спокойно отстреливать. Ничего не бросать. Так, вот туда я. Да, наверное, подрочек поднять с плитой. А мы, конечно, сходимся, как всегда, сюда. Вот, там, да, вот.
Вот же... Технология, много этих инъекций, он еще сверхбольшой технологий. Это круто. Целых 500 технологий. Брек. Вот сейчас прикольно валит маленький. Сейчас мы устроим танцы под луной. Под... Ну как колбасит. Ну как наша дискотека вам порадовала, ну вообще выходит, ребята. Ох, уже в восторге. Так, перезарядимся. Так, вторая секция. Ой-о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 й, просто забыл-то. Так, ну туда нам не попасть. Он по тесной стене ползать не умеет, на самом деле, человек-паук. Это мы сразу на всякий случай. Вот у нас третья секция. Все три штуки, просто сквозь них пробираться слишком долго, и так уже часть затеется уже меньше 40 минут. Надо бы дойти до курина, если сохранить, замочить. У нас больше технологий открыто, ну, пару маленьких. Мы уже пора закончить, я думаю. Так, давай на приходик. Нам нужно ящик взять. Да, у нас магнитофончик, надо его послушать будет. Вот, да. Сольно в одном месте не побывали, но типа надо куда сходить еще, так, а не сюда. Возьмут и вот телекинезом, там и рэнка, ну, хватит сферы создавать. Даже можно уже ничего не пропустить. Я забыл про это. Так, присяливаем, опять тягали. Уже получается четвертая у нас секция. Может, здесь не понял, может, 3-5, по-моему, 4 всего лишь. Ну и сам ящичек. Эту музыку уже достала. Снегай, там что у нас тут? Найди пояс, отправляйся в порт, время... Я иду к железной дороге, встретимся там. Ну, кстати, сохранение было, ну ладно, надо хотя бы пройти это место, наверное, я не хочу начинать с этого места. Хотя буду подряд, надо записывать.
значит, не сюда. И хорошо, значит, забираем. Что у нас тут нет? Технология плюс совершенствование. Вы нашли мед-инвентарь. Увеличивает максимальный запас аптечек. Воспользуйтесь технологией ЕДОС-9 в любом модернизаторе. Да, надо будет найти модернизатор, чтобы прокачать. Наконец-то, что это у нас, блин, патроны. Идем здесь два птички, у них какие-то патроны. У меня так патроны-то фига. Так, отсюда. А, не вышли. А, вон аптечки, круто. И отлично, еще не аптечки. Осторожно, солдаты Демичева ищут нас повсюду. Зачем все поисковое положение? Пускай ищут. Ну, сюда. О, еще один апгрейд. Тут что он нам даст? Возвращение во времени. Быстро нажимайте Q, чтобы превратить солдата во возвращенца. Не возвращенца, а в возвращенца. Почему? Еще танцы под луной. Короче говоря, вот превращать их вот в таких тварей. Можно любого человека превратить в такую тварь. Она не будет нападать как на своих, так и на вас тоже, к сожалению. В идеале можно, например, превратить... О, ё, оно будет лечиться. Можно превратить их, да. Какие-то штуки могут пробраться. Если сразу нескольких превратить, то не вообще это на сложном уровне проходить. Сейчас место будет. Его лучше так и проходить. Большая технология, большая, средняя, круто. Знаете, когда только видите, вы быстро превращаете. Например, можно не лезть, если он начинает своих шумочить. Тихо пробегаете, ну или сносите его. Видите, следующий секция тоже превращает. Он будет покажу, как это выглядит. Я его тут же превратил. Образил, и он убил своего. И побежал там еще. Тут полно солдат Демичева. Осторожнее, Рэнка. Знаешь, я как-то заметил, что их тут полно. Спасибо. О, блин, не получилось один раз нажал. А, блин, опять. Не зажу превращать их. Состариваю. А, так ты. Она бросила сюда, сейчас на меня начнут нападать. Один раз составили, два раза превращили. Не буду их так спасать. А что с превратил? К этому, на этом я закончу эту часть. Тоже так скажу. Средней сложности момент. У нас тяжело будет сложиться довольно сильно. Они умудряются лезть сверху и снизу. То есть пока мы внизу, они лезут занимают сверху. Они используют у нас. Стоит нам подняться наверх, они начнут лезть снизу. Они занимают полетом.
еще такой. Сейчас он удалюсь догнать. То же самое, что было, все стало со старым. Кто-то может его зажали, он не даст ему уже мечты ему мозги выбить. Кто уже? А он орёт. Это мне больше всего бесит в них, это вот их закольцованность диалогов. У них есть какие-то 5 диалогов, там стреляй, зажали, видите, представите, ловушки, на помощь. Все какие-то есть там 10 фраз. И они постоянно одну и ту же повторяют, как эти уже снизу появился. Вот это надо сказать, вообще меня просто сильно бесит. Уж лучше бы они молчали бы. То лучше было бы. Действительно, уже не слышал. Постоянно одну и ту же высоту. Но я от них ускользнула. Начинает тормозить уже что-то. Короче, под параллон, все, мы сейчас уже дойдем до Кэтрин. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Надеюсь, вам понравилось. Так что, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Кажется, я что-то слышал. Спасибо за просмотр, как говорится.